Как понять, что ты нравишься знаку зодиака? Сегодня мы с вами поговорим о воздушных. Вероятно, если они тебя избегают, то ты им нравишься, потому что они предпочитают отвергнуть, прежде чем быть отвергнутыми. Для них это удар ниже пояса, это унижение. Поэтому лучше они унизят, чем будут униженными. Правильно? Правильно. Второй пункт. Вы обязательно должны быть друзьями сначала, и это не обсуждается. Ничего, я больше не могу так.